Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет интересное открытие сундучков. Попробуем вытащить что-то интересное, дособирать и, в принципе, посмотрим, какие же шансы выбить эмблемки. У меня очень много эмблем недостающих. Плюс я решил прокачать героев на девятке. Вот Франки выпал, отлично. Так, сейчас, секунду, просили. Помню, бабочку вот так вот переместить. Пока еще не настроил, купил шнур, покажу вам уже. Возможно, будет уже с вебкой, будем стримить. Так, окей, let's go, в мир на сундучке открываем, пэмка. Ну, как видите, отсюда шансы, вот там многие писали, что шансы выбить побольше, типа, в мелких сундуках, я скажу вам честно, нет. Отсюда падает намного больше итемов и падает намного больше всего. Вон так эмулятор садится. Учитывая то, что там цена в два раза, все равно оно не окупает себя. Вот эти мелкие, многие пишут, что мелкие лучше на героев. Не знаю, если вы хотите героев, да, вот мне, допустим, сейчас надо будет выбить еще пару недостающих лег, да, там возможно, да. Но если вы хотите прокачать итемы, то вам все-таки не итемы, а героев, вам все-таки надо открывать мегасундуки. То есть мы сегодня вот открываем опять 25 мегасундуков, еще мелкие, возможно, подкрываем. Ну, как видите, отсюда реально сыпет дофигища. Так, окей, монетки, Мортис, Эль Примо, Тара, 1410 максималка, по-моему. Кольтик. Так, окей. Вот видите, вообще 343 монетки упало. Не знаю, как они там называются, я их называю просто монетками, для меня это монетки. Так, Пайпер. Билетики. Ну, билетиков, думаю, у нас будет дофигища. Так, окей. Монеты. Опять Пайпер. Эль Примо. Это. Бул. Кольт. Вот, кстати, Кольт мне нравится. Но сложновато мне что-то играть. Не знаю. Возможно, еще не дорос. Так. Ящики. 279. Эль Примо. Тара. Ну, Тарду собираем. Так, ПМК. Окей, Кольтик опять. Бул. Как видите, бонусы по 3 штуки максимум. Больше я пока не вылавливал. 3 бонуса — это потолок. Так, что там у нас? Следующий сундучок. Метки. Очки силы. Пайпер. Не знаю, что-то мне Пайпер попробовал раз, не особо понравилось. Эль Примо, кстати, очень прикольненький. Пишите, какие герои вы хотите увидеть на обзоре, на максималочке. У меня уже хватает на девятки и на десятку. Буду многих переводить. Ой, Франки, отлично. Франки просто топчик. Рикошет. Нитка. Ультик. И билеты событий. Вот так вот. Не знаю, куда эти билеты девать. Пишите в роборубку. Посмотрим, что там дают. Я не знаю, там, наверное, дают вот эти вот монеты. Нужны ли они мне? Вот это вопрос. Так, Фрэнки. Вот Пэм тоже неплохая. Еще не знаю я всех режимов. Надо будет отдельно по режимам посмотреть. Не хочу я смотреть чьи-то видосы. Я, в принципе, сам привык учиться. И мы с вами на стримах довольно-таки часто начали играть. Так, Пантара, Нита. Блин, надо леву выбить. Вот. Хочу леву и хочу. Так, Франки не то. Не то говорю, Франки как раз таки то. Так, Нитка. Пайпер. Мортис. Своеобразный персонаж, конечно.
Так, окей, ну один бонусный предметик. Let's go. Так, 223. Эрин. Рикошет. Фрэнк, отлично. Можно апнуть уже. Так, Эльприма. Самое, как бы, плюс, если сравнивать с той же самой битвой замков, то, что здесь осколки дособирал, они дальше не идут в лимит. Так, окей. Бул. Вот я не знаю, что там многие там, вот ворон этот маленький, я не знаю, сколько я против него играю, но как-то он мне не заходит против меня. Возможно, интересный герой, а вот как его там, маленький такой зелененький. Вот он, кстати, неплохой вроде. Так, окей. Дэвил. Как видите, можно за раз прокачать всех на максималку, получить. Правда, конечно, шансы на выпадение реально очень маленькие. Так, окей, еще 10 сундучков. Так, бул. Рикошет. Пайпер. Эльприма. Ну, Эльприму надо будет поиграть. Нита. Так, кристаллики. Ну, тоже неплохо. Улучшение, конечно, требует дофига монет. Так, рикошет. Ну, не знаю, рикошет тоже что-то мне особо. Я не знаю, где его использовать. Ну, наверное, тут у каждого героя есть свои нюансы. Я еще всеми не успел поиграть. Так, поехали дальше. 205 монет. Рэнки. Отлично. Вот Тара, кстати, неплохо, нравится тоже. Конечно, она ватная немножко. Так, ну блин, надо эмблемки. У меня уже одна эмблемка есть, надо еще. Вот хиллер, Око. Тоже, в принципе. Так, окей. А как видите, герои падают. Интересно, как же потом дальше получать это все. Я буду. Сундуки, с сундуков ничего падать не будет, кроме монет. Если ничего получить, либо герои должны либо дойти до конца. Странно. Так, Мортис. Дэрил. Кстати, тоже интересный персонаж. Вот Бул, я не знаю, бегал там один против всех. 10 человек меня, блин, просто там раздавали, блин, Булом. Так, монетки, Мортис. Эль Приму. Давайте уже что-то. Интересный Бул. Считайте, 25 сундуков, и я еще до этого открыл, блин, около 100 сундуков, и нам нифига не падает. О, просто батька. Так, окей, давайте дальше будем пробовать. Так, товарищи по команде попадают в радиус действия, пока они восстанавливают 400. Да, ребятушки, ну что, можете меня поздравить, у меня теперь есть легенда. Правда, я не знаю, какие еще играть. Но многие пишут, что это топ. Леон все-таки, вот о нем я говорил, и мне он попадался. Блин, ну посмотрим. Не знаю, что. В общем, вот как всегда, короче, IGG все проплатила, все купила. Блин, нормальные, кстати, награды. Супер. Ну, поехали. Еще разочек. Может, еще повезет. Так, монеты 235, Дэрил, Бул. Напишите в комментах, какие герои вы хотите увидеть на максималке, увидеть. Я постараюсь заснять вам
первого героя, которым я играл, нам уже с эмблемкой, потом, возможно, вам засниму эпоху, тоже с эмблемкой, уже, если хотите, я по-любому засниму, потому что это топчик, сразу же прокачка максимальная. Так, окей. Давайте мелкий отклон сравним. 102 монеты всего, 9, 12, ну, как видите, по осколкам далеко, вот на Леона начали падать, отлично. Так. Ну вот, ребят, вот как-то так. Пишите в комментах, что вы хотите увидеть. Видите, у меня не хватает еще тех, которые закупки надо получить, но постараюсь уже дополучить все, добить до 3000. Или он может на 10 секунд стать невидимым, если он атакует врага. Невидимость попадает, если враги находятся рядом, но могут его заменить. Неплохо, крутящийся литким движением направляет вперед 4 крутящихся лезвия. Ну, по идее, должен быть имба-герой. Не знаю, я пока, честно говоря, не радуюсь. Я не знаю, что это за герой, я его выбиваю. Для меня это дремучий лес. Точно то самое, что с бравлеса придут в битву замков и будут смотреть на героя, не понимать, что это такое. Ну, надо, короче, тема усиления. Ну, посмотрим, не знаю. Пишите в комментах, повезло, не повезло. Так, Фрэнки можно подкачать вот этим героем. Мне понравилось бегать. Неплохое вроде такое. Шатает в некоторых локациях, но тоже очень, очень слабоват против дальника, его просто унижает. Ну, наверное, как и все остальные. Так, пойми. Лок. Ну, ребят, в общем, вот как-то так. 1250 монеточек. Нифига себе. Прикольно. Надо будет тоже и поиграть. Короче, куча героев на прокачку. Даже не знаю, кем надо будет поиграть. Вот Була надо будет посмотреть. Эль Примо. Тоже, в принципе, мне нравится, как он выглядит. Валик. В общем, пишите комменты, подписывайтесь. Как обычно, лайки, репостики. Так, посмотрим. Ну вот видите, что падает с этих сундуков. Нифига толкового, фигня реально падает, если сравнивать с большими. Давайте еще дооткроем этих два. В общем, будем трешивать. Постараюсь чуть-чуть больше времени уделять Бравлерс, потому что реально интересная игра и реально захватывает. Так, Дэрил и все. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока. Я побежал, посмотрю, что там еще у нас есть. Будем дальше уже видеться больше в онлайне.